Уважаемые жители города Владивостока, мы вышли на финишную прямую по голосованию за объекты, которые в будущем году будут реализованы в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды. Четыре лидера. Это Борисенко 102, это сквер у колледжа энергетиков, это Некрасовская, это Кутузова и это Ильичева. Площадки очень достойные. При реализации они будут излюбленным местом для отдыха. Но впереди у нас еще есть несколько дней борьбы, и я предлагаю всем нам поучаствовать, выбрать площадку, которая наиболее приятна для вас, где бы вы хотели проводить время в рамках выходных или вечером. Я хотел бы, чтобы у каждого была возможность впоследствии поучаствовать в соучастном проектировании, но для всего этого необходима ваша воля. Воля и голосование. Сейчас нужно либо в государственных услугах, либо при помощи волонтеров отдать свой голос за любимую площадку на территории нашего города. Дерзайте, и у нас все получится. Давайте вместе делать наш город лучше.